Всем салам алейкум. Из Кавказа. В общем, в прошлом ролике я говорил, что сделал шлейф. Теперь это BMW ездит вместе с музыкой. Я имею в виду, мы ездим вместе с музыкой. Так, гуляем по городу. Захотелось снять ролик. В эту субботу, воскресенье, машина уже выходит на базар. По-моему, есть клиент. Мы с ним встретимся. Если эта тачка продастся, то я выдвинусь за новой машиной. Заказали Audi нам. Так, заказали Audi. Еще я не знаю точно, какая будет там, А4 или еще какая-нибудь. Но это мы узнаем. И когда поеду за Audi, я думаю, что камера будет со мной. Будем все снимать для любителей авто. И вообще, по дороге, чтобы будет встречаться, я думаю, что для интереса многие люди интересуются, что надо делать при покупке машины. Когда будем покупать машину, будем показывать, что будем делать. Но если Аллах даст, дойдет до этого. А вот сними новые дома. Вот новые дома. Эти дома только построили, хорошие дома. Панзарница. Но когда посмотришь на меня, ты меня поймешь. Знаю я, что ты меня простишь, и мою любовь, и мою любовь. Этот ролик в плане не был. Просто не знаю. Думаю, как-то для разнообразия, да, чтобы было всего понемногу. Просто сняли. Те, кто смотрит мой канал, знают, что я долго мучился со шлейфом машины. Но я его сделал самостоятельно. И сейчас бы, как бы сказать, удовлетворяюсь, да, своей работой. Да, вот это вот наш город такой небольшой. Там дальше горы есть. Сейчас я газану немного. Это завод по производству бадамы, там написано. Там производят минеральные напитки. Такой небольшой завод. Это памятник вот у нас такой, тут вы видели, наверное. Мы на окраине города в данный момент. Вот здесь такой есть этот, как он называется, Баухаус, можно сказать, да, небольшой. Там тоже есть много чего интересного. Но я думаю, что на сегодня ролик такой. Вот наши полицаи едут. Вот они вот такие вот. У нас серьезные. Ну ладно, на сегодня. На сегодня всем саламу алейкум. До встречи. Желаю всем удачи, жизни, счастья. И чтобы было все ништяк. С вами был Султан Аскеров. Бай.